Наш дворовый клуб «Жасканат» существует с 2014 года. Детей принимаем с 7 лет до 18, сейчас по положению. Ходят с разных уголков у нас города. Есть кто приезжает с пригорода, даже вот девочки с Кюгинжара ходят, мальчишки на спортивные секции ходят, с Куэнды, с 40-й станции приезжают. Детей в учебный период бывает до 300 доходит количество. Сейчас пока это там 230 вот так человек. И в течение года идут дети у нас, мы принимаем. Много спортивных секций, творческих поменьше. Творческие у нас изо, домбра, хореография, шахматы есть, моделирование, интересный кружок, в других клубах нет его. Из спортивных рукопашный бой, казакшак, курес, вольная борьба, карате. Бокс в отдельном у нас зале тоже проводится, там ринг у нас стоит, оборудование полностью есть. Дети выезжают обязательно на конкурсы, в выставках участвуют. Есть кто спортивные, принимали в международных соревнованиях участие. Награды привозят тоже у нас, и кубки, медали есть. Наши ребята по моделированию 2 года подряд занимали одни из первых мест в России. Дети у нас выезжают еще на городские мероприятия. Например, если там Дню города, вот у нас посвященный был праздник, наши дети тоже выезжали, там бывает на площади выступают. На Урыс мы тоже на площадь едем, вот в юртах они у нас выступают. Дети у нас занимаются на бесплатной основе. Ну, единственное, на конкурсы, конечно, это платные, но это сами преподаватели тоже инициативу проявляют, родители тоже участвуют, потому что всем нравится, что ребенок всесторонне развивается, не просто ходит на занятия здесь в клуб, а посещает еще какие-то мероприятия, конкурсы, выставки. Педагоги у нас с высшим образованием, не все бывают с высшим, но есть спортсмены, они даже действующие, сейчас они тоже, вот каратист у нас недавно уезжал, тоже сам в соревнованиях принимал участие. А так все квалифицированные педагоги. Осенью в прошлом году у нас был хороший опыт. Приезжал московский клуб, они делились с нами своими какими-то проектами. Мы рассказали тоже о наших дворовых клубах. Дети выступили, познакомились с ними. Очень интересно было. Делегация большая была, в количестве 21 человека. Всем было интересно. Расписание стараемся подбирать, чтобы детям удобно было в 2 смены. То есть кто-то занимается в школе с утра, значит, они к нам приходят после обеда. И, соответственно, наоборот. Обеденные приходят утром, занимаются, чтобы шире аудиторию охватить. В клубе у нас во всех залах, кабинетах установлено видеонаблюдение, чтобы гарантировало безопасность нашим детям. Все мы наблюдаем, и камера и онлайн режиме работает, и в режиме записи работает. Проект хороший, потому что все стараются сюда попасть, хотят попасть, во-первых, на бесплатной основе. Во-вторых, это развитие ребенка. Помимо школьных занятий, есть такая возможность, что можно пойти заниматься изо, хореографией, спортом. Влияет на развитие ребенка.